счастья. Спасибо. Привет. Спасибо. Я просто лайк приготовили, думаю, но я думаю, что маленький. Ну да, маленький. Очень ярко и весело прошла Олимпиада, то есть совершенно невероятное ощущение. То есть в детстве всегда думал, вот как же там, вот сейчас узнал вторую, то есть как на самом деле это есть. Немного, конечно, не то, что я ожидал, а в некоторых моментах, то есть ниже ожиданий, в некоторых выше, но все равно, то есть было интересно. Посмотрели на Бразилию, было очень интересно посмотреть фрукты, попробовать, то есть проплыть, получается, с лучшими пловцами мира, то есть с ними потом погулять, повеселиться. Сейчас такой уровень, что как бы все друзья, больше не кумиры. Ну, Майкл Фелпс там был тоже. Интересно было посмотреть на его последнюю, как завершение его карьеры. Заплывы были некоторые сумасшедшие, то есть на 100 дельфинам 3 вторых места. Просто истории, сами истории, которые стоят за этими заплывами, на самом деле ошеломляющие, то есть как эти люди пришли к успеху, и очень много интересных моментов было. А вне бассейна сходил на пляж, волны никогда таких не видел, просто сумасшедшие. На гору забрался, посмотрел на Рио с высоты птичьего полета, то есть отметил красоту города. То есть успел много вещей сделать.